Добрый вечер, друзья! Я начинаю свой небольшой эфир субботним днем. Всех с наступившим, с наступающим. Песня странника. Услышала на кассете какой-то старой, не знаю, откуда она мне досталась. Интересная кассета, как мне было представлено, с арабскими мессианскими песнями. Ну, не знаю. В общем, текст мой сделан, потому что там исполнено на другом языке. Вот. Следующая песня. Yeah.
спасение мое, милосердный гибнущий душе. Вот он, прощение мое, он идет, чтоб взять меня. Уже поняли, это изначально был псалом на еврейском языке. Все мы на тему текста, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Помните этот текст, да? Русский текст я когда-то делала. Сейчас я немножко подстрою свою гитару, что-то. Дальше песня Сергея Бриксы «Слышал ли ты?». Обычно я это на фортепиано играю, непривычно на гитаре аккомпанирую. Слышал ли ты голос в ночи, голос любви в душе твоей? Слышал ли ты песни зари, еще одна песня Сергея Бриксы. Я буду славить. С пальца устали на гитаре играть. Каждый день на устах моих это сладкое сердце поет.
Еще раз поздравляю с субботним днем. Всем хорошего дня!